Доброе утро, Пермь! С вами вновь утреннее шоу «Коктейль Молотова». Ксения Полякова, Ренат Садинов. Сегодня среда, 29-е. Да, 29 августа. Я даже не успела сказать, я бы хотела тебя представить как-нибудь с чувством, с толком, с расстановкой. Давай, представь. Да, друзья мои, утреннее шоу «Коктейль Молотова», Ренат Садинов. Ксюша Полякова. Да, все, поехали. А про погоду, как всегда, с утра, как без погоды, что там нам обещают? Сегодня на данный момент 11 градусов, солнечно, дождей вроде бы так сейчас. Не обещают. Да, не обещают, чуть-чуть облачность есть, но все хорошо. И день обещает быть солнечным. Максимум 25 градусов, ветер у нас 3. Направление западное, скорость 12-28 км в час. Насчет скорости. Жители Мотовилихи, несем вам не очень радостную новость, потому что с сегодняшнего дня по 31 августа перекроют перекресток Уральской и Землячки. Поэтому весь транспорт, в том числе и общественный, пойдет по другому маршруту через улицу Работницы. В общем, вот такая вот утренняя новость. Очень утренняя. Слушай, я вот... Среда сегодня такой день тяжелый, на самом деле. Ты знаешь, а я люблю среду. Вчера, я поделюсь с тобой информацией, вчера где-то в 11 часов, 11.30, какая-то... Вечер? Какой-то плохой человек у нас в подъезде, минут 30 кричал «Пам-пам! Пам-пам!» Ух ты! И этот... Может быть, все, он ладно. Голос разминал? Может быть, он... Голосовой тренинг, может быть, он по скайпу вел какие-нибудь занятия? У меня только отрицательные чувства к нему, поэтому материться нельзя нам. Нельзя. А отзывать никого нельзя. Нет, нельзя. А надо бы вот к этому человеку. Я думаю, что... Так что если ты сейчас смотришь, а надеюсь, что ты сейчас смотришь, ты пам-пам. Понял? Все. Давай полистаем вместе с нашими телезрителями ленту, которая у нас полно новостей, всяких мимасов и новостей... социальных сетей. С чего начнем? Давай начни с чего-нибудь. Слышишь, вот я думаю, что сегодня еще вот о чем нужно сказать, несмотря на то, что сейчас еще не федеральные новости. Я хочу напомнить, что сегодня телеобращение президента Владимира Путина состоится по вопросу пенсионной реформы. Выйдет оно ровно в полдень по московскому времени. Об этом сообщили уже все новостные порталы. Ну и, конечно же, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ты будешь смотреть? 12. Не знаю, не решила еще. Угу. Да, это я вчера видела карикатуру, да, по поводу того, что там идет митинг, посвященный пенсионной реформе. Стоят молодые парни, говорят, там где тоже мой батя стоит. Кстати, о карикатурах. Сегодня же у нас в гостях придет Дмитрий Кононов. Это человек, художник-карикатурист, который очень известен достаточно давно уже. Мне кажется, вот лет с 10 помню карикатуры. Его картинки? Да, карикатуры, да, в газетах. И у меня, по-моему, даже есть фотка. У меня папа с ним играл в футбол давным-давно. Да, ты что? Ладно, да, но это было очень давно. Да, я хочу сказать, что Дмитрий Кононов, у него сейчас выставка, да, в Центральном выставочном зале. И... Да, ну я думаю, про это все он расскажет. Да, информационный повод есть, поэтому поговорим. Перейдем к новостям. Дальше. Медведев объявился спустя 2 недели. Это, знаешь, мне кажется, он шел по Кремлю, играла музыка из Бадулая, и впереди бежал его пресс-секретарь. Дмитрий Анатольевич вернулся. Вот, там. Прям, а он идет, у меня прям в ушах оно звучало. Та-та-ра-та-да-та-да-там. У нас, по-моему, неплохо получается. Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за 2 недели появился на публике. Он провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает РИА Новости. Встреча прошла в кабинете Медведева, то есть пока не выходит он на улицу еще, потому что мало ли. И... В принципе, ну, все уже, да, знают, что он после спорта там что-то травмировался, 2 недели не выходил, там отлеживался на компрессиках, наверное, где-то еще. Угу. Вот. Хочешь еще вот вкусную новость? Давай. Ты позавтракал что? Нет, ты знаешь, я так рано не завтракаю, чуть-чуть попозже. Как это говорил наш гость Михаил Юсев, у него первый завтрак в 9. Вот я думаю, что это хорошее. Угу. Кстати, про Михаила Юсева. Если вы помните, у нас не так давно был этот... «Гора мужчины». Кстати, бронзовый призер Арнольд Классик. И вот в Краснокамске появилось граффити с его изображением. Я думаю, что мы очень скоро покажем эту фотографию. Да. Тогда я перейду наоборот. Давай, шаурме. Шаурма, это же полезная пища, правильно? Ну, только... нет, смотри какая. Если она... Веганская, да, ты хочешь сказать? Да, да. Давай, рассказывай нам. Я слышала, что мы вчера обсуждали это. Только шаурма сделает российскую армию непобедимой.
Вот она, шаурма. Если бойцы будут питаться ей, то легко смогут защитить свою родную страну и всех ближайших соседей, переходящих на вегетарианское питание. Почему-то так. Конечно, Виталий Милонов, наш любимый человек. Такой вывод можно сделать на основе заявления депутата Госдумы России Виталия Милонова. Он выразил мнение, что в рацион российских военнослужащих нужно обязательно включить шаурму. Потому что без шаурмы, это уже какая армия, правильно? А в чем, кстати, почему разница между шавермой и шаурмой, ты знаешь? Я тебе расскажу, в чем разница. А, вот ты наверняка специалист. Шаурма — это вот в лаваше, так, да? В лаваше, да. Вкусненько, да, завернуто. Да. Шаверма — это вот в такой, в тесте она, вот в такой, в пилотке такой. Ага, понятно. То есть там дрожжи, а тут нет. То есть шаурма, она действительно, нет, более полезна. Нет, ты не поняла. Нет? Лаваш, дрожжи я не знаю. Но есть лаваш, есть вот лепешка, понимаешь? Вот... Тебе бы понравилось бы... Не знаю, что тебе понравилось бы. Ты как вегетарианец. Ладно, друзья. Хорошо. Кстати, про армию мы еще поговорим чуть позже. А прямо сейчас реклама на РБК Пермь. Федеральные новости после отбивки. Давай без рекламы сегодня. Без рекламы будем, сегодня? Да, сразу. Понятно. А вот и мы. Федеральные новости. Да? Сразу же. И я обещала про армию. Друзья, в России пройдут крупнейшие со времен Брежнева военные учения. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших военных учениях. В них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 35 тысяч единиц наземной техники. Они в чем-то повторяют Запад-81, но в чем-то более масштабнее. Об этом вот заявил наш министр обороны. По его словам, они пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. Вот так вот. Также в нем примут участие Тихоокеанский и Северный флот. Северный флот и Тихоокеанские флоты. Вот. Ты знаешь, а я, честно говоря, решила прогуглить по поводу армии и посмотрела рейтинг сильнейших армий. Думаешь, российская армия на каком месте находится? Ой, я думаю, что на первом. Ну, знаешь, вот было бы прекрасно, если бы на первом, но, к счастью, на втором. На первом, а на первом? Твое мнение. Эстонская? США. Неожиданно. Хорошо, а на десятом? Ты что, это вопросы из ЕГЭ какие-то? На десятом, я думаю, что, ну, на десятом, наверное, вот давай будет... Давай. Австралия? И... Нет, Германия. Ну, слушай, ладно. А дальше что ты будешь? А на 12-м? Нет, всего лишь 10, рейтинг на 10. Хорошо, ладно. Ладно, хорошо, поехали дальше. А что на 3-м? На 3-м Китай. Хорошо. Итак, Владимир Путин снял с должности... Сейчас у меня все тут. С должностей 15 генералов. Президент освободил занимаемых должностей замглавы МЧС России, руководителя Департамента информационной безопасности МВД, назначил нового министра внутренних дел Крыма, а также произвел другие перестановки в силовых ведомствах. Вот. Кстати, да, вчера как-то искала фотографию нашего президента, набираешь Путин, и сразу же появляется «уволил». Уволил в Яндексе. Уволил Трампа. Обладатель прав на вот этого ждун, да? Небезызвестный, да, да. Отсудил у Мегафона почти 9 миллионов рублей. Компания, выкупившая у голландской художницы Маргарет ван Бреворт лицензионные права на ждуна, выиграла дело о незаконном использовании бренда у компании Мегафон. Вот, сидит, да, ждун и ждет свои 9 миллиардов. Я вчера пыталась найти тоже во всемирной паутине вот эту ту самую фотографию, где же он рекламировал Мегафон, не нашла. Уже, видимо, изъяли. Ну, так жди. Скоро найдешь. Хотя, ты знаешь, я подумала, а если я вот эту фотографию найду и поставлю, а они потом предъявят счет, скажут, а вот давай ты тоже 9 миллионов будешь. Послушай, у тебя денег полно, ты работаешь на РБК Пермь. Что тут, все же знают. Да, ты будешь 15 лет работать 5 раз в день. Российские актеры подали в суд на KFC из-за гонораров за рекламу. Вот здесь тоже скандальчик. Участники рекламных роликов KFC подали на головную компанию бренда Yum Brands в суд с требованием компенсации в 31 миллион рублей за нарушение авторских прав. В Yum Brands заявили, что не согласны с претензиями. Слушай, а что за актеры? Это вот которые типа вот так вот стояли и кривлялись? Вот
Ты видела рекламу KFC? Рекламу KFC. Или ты принципиально не смотришь? Я принципиально не смотрю про фастфуд. Угу. Что еще? А, вот. Насчет фастфуда у меня есть прикольная новость. Британец Райан Ховард почти 20 лет отказывался питаться чем-либо, кроме куриных наггетсов и картошки фри, и поэтому он рассорился со всей семьей. Житель города... Не делился? Да, нет. Вот, представляешь, с 4 лет он отказывался пробовать что-либо, кроме вот картошки и наггетсов. Иногда он мог съесть стейк, сосиски, макароны или конфеты, но 90% его рациона составляли наггетсы и картофель. Ему предлагают что-нибудь попробовать другое. Он устраивал истерику, и все думали, что у него просто плохой характер. А оказалось, что у него все-таки психологическое расстройство. Какое может быть психологическое расстройство? То есть он что, в детстве увидел огромный наггетс и как, или что? И решил, что это его теперь еда. Нет, вот... Расстройство избирательного питания, вот так это называется. Поэтому, друзья мои, подожди, если... а вегетарианцы, может быть, у них тоже избирательное питание, тоже расстройство, тоже к психологу. Ну, давай поясним, просто Ксюша вегетарианка, да? Или ты веганка? Нет, я сейчас вегетарианка. А что случилось? Ну, я однажды посмотрела на себя в зеркало и подумала, нет, так нельзя, надо, наверное, рыбу есть. Хотя бы иногда. Хорошо. Так, ну, я думаю, что можно, наверное, уже потихонечку переходить... К рекламе? К рекламе. После, да. После этого у нас будет гость, не забываем, это карикатурист, художник Дмитрий Коннов, известный всем как Митя в своих подписях. И сейчас у нас новости Пермского края, и там вы увидите нашего загорелого Рустама Багизова. Реклама все-таки. А потом сразу Рустам Багизов. Зубы в порядке. Отсутствие зубов – проблема не только эстетического характера. Любые нарушения в зубочелюстной системе неблагоприятно сказываются на здоровье человека в целом. Современная стоматология предлагает различные варианты решения подобных проблем. Об одном из самых оптимальных – несъемном протезировании – рассказывает Дмитрий Никонов, стоматолог-хирург Центра стоматологии и имплантологии «Астромед». Забота о здоровье. Зуб – это орган, который в первую очередь предназначен для измельчения пищи. Если зубы пациента сильно разрушены, имеют большую подвижность, либо отсутствуют, пища недостаточно измельчается и, попадая в желудок, нарушает его работу. Вследствие нарушения питания страдают остальные органы и системы организма. Замена сильно разрушенных или отсутствующих зубов съемными протезами не восстанавливает жевательную эффективность. А использование мостовидных протезов приводит к разрушению и утрате опорных зубов пациента. Надежная фиксация. В марте 2016 года мы с коллегами прошли обучение по методике реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов и внедрили ее в свою практику. Методика называется «Все на четырех». Суть лечения заключается в восстановлении зубного ряда при помощи жестко фиксированного протеза, несъемного, который опирается на 4 имплантата, установленные в определенной позиции и под определенным углом. При этом пациент в день операции получает также несъемный временный протез, который жестко фиксирован в полости рта. Комплексный подход. Установка несъемного зубного протеза – это командная работа. В процессе участвуют хирург-имплантолог, стоматолог-ортопед и специалисты по диагностике. На этапе планирования изготавливается макет будущей реставрации, который согласовывается с пациентом. И по этому макету в день операции пациенту устанавливается временная конструкция. Пациент пришел зубами и с ними же ушел. Конструкция несъемная. Фиксируется на специальных опорах микровинтами на 6 месяцев. В течение 6 месяцев планируется 3 визита для контроля гигиены и ее коррекции.
Через 6 месяцев после рентгенологического контроля начинается изготовление постоянной конструкции, в основе которой титановый каркас, облицованный специальными композитными материалами, керамической массой, но чаще всего это комбинация композита и керамики. При этом конструкция получается легкой, прочной, ремонтопригодной. В условиях клиники ее всегда можно снять и устранить дефект. Изготавливается постоянная конструкция в течение 5-8 недель. И Рустам Багизов. Здравствуйте. Пермский край попал в число лидеров по абсолютному количеству выявленных случаев дачи взятки. Данные на август этого года опубликовала Генпрокуратура России. В общем, рейтинге Прикамье занимает 7-е место. С начала года уже выявлено 45 преступлений по статье 291 Уголовного кодекса. Возглавляют список Москва и Московская область. Здесь количество превышает 80. В столице сосредоточены федеральные госорганы и офисы госкомпании. Однако в пересчете на удельный вес по обоим показателям столица оказалась в середине списка. В пятерку лидеров вошли также Краснодарский край, Волгоградская область и Чечня. По данным ведомства, не зарегистрировано случаев взяточничества в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Кабардино-Балкарии и Вологодской области. Но вместе с тем, в ряде регионов количество таких преступлений выросло на десятки, сотни и даже тысячи процентов относительно 2018 года. Лидер по динамике — Тульская область, плюс 1000%. Пермский край на 9-й строчке, плюс 150%. Максимально отрицательная динамика снова отмечена в Ненецком округе, в Кабардино-Балкарии и Вологодской области. Но от всего России число случаев получения взятки в 2018 выросло на 10%. При этом на каждый миллион россиян в 2018 пришлось 24 выявленных взяточника. Из них 15 получивших и 9 давших. В Пермском крае показатель составляет 17 случаев на миллион человек. Добавим, в 2017 году в России треть всех осужденных по делам о взятках составляли государственные и муниципальные чиновники. Еще пятая часть — это полицейские. 12% коммерсанты и 9% сотрудники ГИБДД, отчитывался в феврале Верховный суд. Изменения в правила землепользования и застройки прошли публичные слушания, профильные комитеты и в итоге оказались в повестке заседания городской думы Перми. Подробнее в нашем сюжете. Депутаты Пермской городской думы возобновили свою работу после летних каникул и на первом же заседании обсудили ряд важных вопросов, касающихся внешнего облика Перми. Так, в Гордуму в период летних отпусков был внесен новый проект правил благоустройства. Изменения потребовались в связи с серьезными изменениями федерального законодательства в этой сфере. Сообщается, что это будет абсолютно новый документ, а не обновленный вариант прежних правил. Документ был принят в первом чтении, и сегодня он рассмотрен в первом чтении на заседании Пермской городской думы. Принято решение о создании рабочей группы. Туда входят 5 депутатов и 4 представителя администрации. Возглавлять ее будет профильный зам главы города Дашкевич Анатолий Вячеславович. Сделано это в связи с тем, что при подготовке документа было выявлено много рекомендаций и моментов, которые надо разрешать. Правила устанавливают новые требования к содержанию дворов. Согласно документу, теперь НТО должны не только не заслонять полностью или частично фасады зданий, но и соответствовать архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения. В промежутке между первым и вторым чтениями поправки в документ смогут внести и общественники, отметил Вячеслав Григорьев. Также большой блок вопросов в повестке заседания был посвящен изменениям правил землепользования и застройки краевой столицы. Они предполагают появление в 2019 и 2020 годах на территории Перми больше скверов и парков. Зачастую люди обеспокоены тем, что есть какие-то пространства, да, например, рядом с их дворовой территорией или рядом с местом, где они, например, там живут, да, или там занимаются какими-то видами спорта. И они эти территории предлагают сделать рекреационными для того, чтобы там не было ничего построено. Это не обязательно, могут быть там жилые дома, это могут быть автостоянки, там какие-то магазины. Я вот не сторонник таких точечных изменений, я все-таки за какой-то более масштабный подход. Также депутаты привели границы 6 кладбищ и мемориальных парков в соответствие реальности. Отметим, до этого захоронения на кладбищах в Верхних Мулах, Голованово, Запруде, на Кислотных дачах, Банной горе, а также на Закамском кладбище велись за рамками формально установленных границ. Пока это все. Всегда в доступе телефон нашей редакции и наш электронный ящик, который вы видите на своих экранах. Оставайтесь на телеканале РБК. До встречи.
Доброе утро, Пермь. Сегодня у нас 29 августа, среда. А вот вчера, 28 августа, открылась выставка, персональная выставка в Пермской арт-резиденции Дмитрия Кононова, известного как Митя. Вот, Эрмитаж нам принесли сразу подарочек. И Дмитрий Кононов сидит сейчас на диване, рядом с ним Ксения Полякова, уже готова спрашивать свои каверзные вопросы, так что приступай. Здравствуйте, Дмитрий. Во-первых, хочу поздравить вас с днем рождения. У вас он не так давно был. Спасибо большое. И с открытием выставки. Спасибо. Кстати, мы тут за эфиром обсудили, она не в центральном выставочном зале, а в Пермской арт-резиденции. Монастырская, 95А. Да. Кстати, как долго вы готовились к этой выставке? Всю жизнь. Практически всю жизнь. То есть там получается некий такой срез жизненный или это какие-то последние работы? Ну, там два зала. В одном зале картинки, наверное, за последние лет 5. То есть те, которые мне близко по духу. То есть я то, что рисую для души, я люблю показывать людям. Вот. А во втором зале там один из моих проектов, я думаю, что он будет долгоиграющий. То есть там я поиронизировал над великими, над картинами великих художников, мастеров. Там Пикассо, Матисс, Микеланджело, Серебрякова, Дейнека. То есть вы пишете на заказ или все-таки по зову души? По зову души. Я по жизни люблю не прикалываться, а, как это сказать, просто вот слово ирония для меня близко. Вот. Я в любой ситуации стараюсь иронизировать. Вот. И тут я просто поиронизировал. Вот мне же вчера высказали прямо там на выставке кучу комплиментов в этот адрес, потому что я скрещивал работы, которые... Такой синтез. Да, которые, в принципе, не соединить. Вот. И поэтому мне было приятно услышать мнение, там, ребята приходили, которые бывшие галеристы, в смысле, нынешние галеристы, вот, приходили, я услышал мнение. Вот. Было приятно услышать слова приятные. А у нас, смотрите, у нас сейчас век интернета, много всяких смешных картинок, мемасов. А вот художник-рекутерист, он, ну, вы вообще используете спросом, да? Еще сейчас? Вот? Или это абсолютно разные вещи, никак друг друга не касающиеся? Ну, спросом как? Имеется в виду в интернете? Ну да, да, в интернете или, может быть... Особого спросом не пользуюсь, но я веду свою страничку в Facebook, вот, сейчас завел полгода назад Instagram. Вот я, кстати, на Инстаграме сейчас, на вашем, и не боитесь каких-то преследований за... Да, кстати, сейчас... Ну, здесь же я ведь не, допустим, Мухаммеда там, как говорится. А, типа, это можно, да? Да, я думаю, что... Нет, я имею в виду, что за оскорбление чувств верующих не боитесь? Я, если я в чем-то не разбираюсь, я стараюсь не иронизировать. Так же, как и в политике, в принципе. Если не в курсе каких-то событий, стараюсь туда уже не лезть. Вот если уже как бы изучил проблему, тогда уже стараюсь, а когда сильно не влезу. А тема религиозная, да, согласен, туда лучше не лезть. Да уж. А где черпаете вдохновение? Откуда они берутся, эти картины? Из какого ссора растут стихи? Вот, допустим, из общения с вами. Может быть, сегодня приду чего-нибудь. Ой, мы обязательно. Я уже даже подписалась на вашу страничку. Я как-то тоже немного отношусь к юмору, и у меня есть два вида написания шуток. То есть есть, когда случайно в голову пришло что-то, и ты записал, подумал, что-то увидел. Либо есть, когда ты сидишь там часами и что-то из себя выжимаешь. И музы ждешь. Вот у вас как идет? Точно так же. То есть допустим, два тоже. Если мне нужно чего-то придумать, я могу... Вот не придумываю, я походил по комнате, вышел в город, просто там, допустим, вот ветер свежий, там у кого-то что-то слышал, меня натолкнуло, я вернулся, нарисовал. А если очень надо, я могу просто сесть за стол и вот просто черкаться. Допустим, надо картинку нарисовать, грубо говоря, там, про школу, да? Я сижу, просто рисую там школьников, учителей, там, доску, черкаюсь. Но у меня есть такая фишка, я не знаю, может быть, она у всех художников так. Допустим, если я ничего не могу придумать, я просто беру и использую сказочных героев. Колобков, там, Красную Жапочку, мою любимую, Крокодила Гену там, с Чебурашкой. Просто беру вот и... А можно вот использовать вот эти вот героев? Или какие-то авторские права нужно платить? То есть никто вам тоже не приходит? А кому авторские права? Ну, я не знаю, Крокодила Гену. Ну, там у Эдуарда Успенского есть куча наследников, которые скажут, ах,
Да, пока. 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 Хорошо. А рисуете где и чем? То есть это карандаш, салфетка, когда приходит вдохновение? Или как? Сейчас, слава богу, есть смартфон. Я быстренько записал идею. Там, допустим, красная шапочка бежит там к серому волку, там и торгует. Чтобы не убежал. А раньше как? Раньше, Да, на чем-нибудь записал быстренько. Даже бывает во сне. То есть вы записываете идею, а потом ее рисуете. Рисуете. То есть у вас вот так интересное мышление складывается. Даже раньше лежал блокнотик у меня возле кроватки. То есть, вот эти вот планшеты графические, может быть, как-то можно рисовать? Можно. Даже мне сказали, можно в смартфоне рисовать. Там покупаешь специальную ручечку, загружаешь куда-то специальную программку и рисуешь. В смартфоне неудобно. Сейчас на iPad'ах есть и вот на планшетах, которые специальные вот эти стилусы, ручки. К сожалению, пока у меня недорогой смартфончик. Я вот тоже его... Но после выставки все поменяется у вас сейчас. Я вот, кстати, да, если что, вот да, давайте, готов. Друзья, приходите, будем собирать. Скажите, вы всегда рисовали? Ну, как... Ну, то есть как стать карикатуристом? Или... Да, вот как вот это вот появилось-то? Потому что ведь, рисовать – это рисовать. А вот действительно, рисовать смешно, да, на злобу дня. Я вот тоже вспоминал, кстати, не знаю, почему я стал карикатуристом. Вот я рассказываю историю. Мама мне с детства говорила, что ты будешь художником. Так. Но не отдала... А мама художник? Нет. А вот мне мама говорила, что я художник от слова «худо». И поэтому для меня что-то нарисовать – это вот... То есть мама вас вдохновляла? Она вдохновляла, но она мне не отправила ни в какую студию. То есть базы нет? После, допустим, окончания... Может быть, если бы отправили, вы бы, наверное, рисовали что-нибудь серьезное. Вот, может быть. Вот. Я говорю, так она меня после школы отправила не в это самое, а отправила в технический вуз. То есть у вас техническое образование? Нет. Нет? Полтора года. Полтора года вас выгнали? Я ушел в армию, поработал на заводе. Вот. На Телце, работая на заводе токарем, у меня на передней бабке, знаете, сынок, там задняя бабка, на передней бабке, это где вот двигатель сам, так. У меня лежал блокнотик. То есть я там детальку делаю, раз, что-нибудь зарисовал, в смысле выключил, нарисовал и дальше работаю. А людей вы рисуете, которые рядом с вами, обижаются ли они на вас? Вот, потому что шарш — это такое дело. Шарш — это... Другое, да? Немножко другое. Ну... А вообще рисуете на людей? Вот? Конечно. Я люблю людей рисовать. За и деньги? Похоже? И за деньги, и не похоже бывает. Обижаются люди? Я всем говорю, что главное в рисовании сразу, чтобы удовольствие получил художник. А если художник получит удовольствие, тогда уже и... Я у вас на страничке в Фейсбуке видела пост о том, что вы там рисовали для какого-то нашего одного из кафешек, рисовали вот картинки и не приняли, да? Для кафешек? Ну, да. Французская там такая. Это тема вот очень интересная. Это Саша Женёв мне порекомендовал, да? А бывает такое, что не принимают и обидно? Так нет, не обидно. Это у меня все откладывается в ящик, и потом когда-то, может быть, это где-то вернется. Где-то выстрелит. Конечно. Ну, кстати, вот эта вот картинка с Эйфелевой башней и чашечкой, это у меня правда симпатичная. Очень. Я бы была рада, если бы она была... Хотел задать вопрос вот про эту картинку. Можете рассказать, что это значит? Я вот что-то сидел, пока не понял. Это, это душ нефтяная... смывает с башни мужчину. Видите, внизу? А это мужчина. Да. Внимательно смотреть. То есть это как бы такая своеобразная, не знаю, не грязь, а... Мужчина. А, вот, я увидел мужчину. Ага, наконец-то. Хорошо, а вы помните карикатуру, которую у вас купили? Первую. Купили первую? Ну, в каком смысле купили первую? Имеется в виду... В газету. А, это отдельный вопрос. Это другой вопрос. У меня как раз она была опубликована 4 июня 89 года. То есть в следующем году у меня будет юбилей. 30 лет. Это в «Звезду»? Нет, это была «Молодая гвардия». То есть практически с «Молодой гвардии» у нас начались все, все художники через нее прошли. Как это было? Как это было? То есть вы что, отправляли свои карикатуры, или кто-то увидел и сказал, я знаю одного талантливого парня? Я рассказываю, я работал же на заводе. Так. Когда я порисую, я потом иду в перерыв в курилку, показываю ребятам. Они говорят, Димыч, тебе пора на картинке нести в местную прессу. Так.
Я пришел, как бы набрал кучу картинок и пошел после смены. Все-таки пошли сами. Пошел в это, знаешь, в здание «Звезда», в котором там на каждом этаже была редакция. И в «Молодую гвардию», «Звезду», в «Вечерку» зашел. Вот и у меня в итоге вот картинка вышла первая в «Молодой гвардии». Потом в «Вечерке» вышло две картинки через неделю. А вы помните эту первую картинку? Она у меня есть, я даже могу что ее... Что там было? В Инстаграме она есть? Нет, к сожалению. А здесь есть? Здесь нету. А там просто что мужчина... Что там было? Расскажите. Мужчина из-под полы торгует барышней. То есть так, там, а там у него приклеена девушка. Угу. Вот. Ну, это же 89-й год, это же еще такое запрещение было, всего такого. Угу. И вот тут бац, такую картинку. Да у нас был... сейчас, в принципе, торговать барышнями. Да? Я просто... Ну, да, да. Не, ну по тем временам. У меня здесь очередная картинка, я куда-то уже вниз далеко ушел в Инстаграме. Вот это, ну, Адам, Ева. И Ева здесь, получается, она что? Это она передала листик или... А, все, я понял, да, здесь я понял. Это запретный плод дает вместо яблока Адама в итоге, да, листик? Очень заманчиво Ева, конечно, смотрит здесь. Ладно. Как долго... Вы кому первым показываете ваши картинки? Вот. Есть ли у вас муза? Вот я, кстати, в Инстаграм сейчас стал выставлять кому-то? Наброски. А, наброски. Вот. А чем отличается набросок от уже готовой работы? Ну вот, пришла идея, быстренько зарисовал. А потом, кстати, вот то, что ты быстренько зарисовал, оно мне нравится гораздо больше, чем потому то, что чем... то, что потом уже с него перерисовывать, сделать более, как говорится, мягонько-то, пушистенько. А здесь остренько? А здесь остренько. Нет, получается, быстренько это как скетч. Вот. Это близко к карикатуре, потому что быстро нарисовал, быстренько отдал. Вот. И там такое получается как бы быстрое, что ли. То есть вы рисуете, потом фотографируете, выкладываете в Инстаграм? Mm-hmm. Mm-hmm. А вот это пластическая хирургия, да, по-пермски здесь, можно сказать. А как вы вообще относитесь к увеличению груди? Ну, я никак, я не любитель этого. Мне не нравится. Не увеличивалось. Хорошо. А есть любимый персонаж какой-то у вас в вашей карикатуре? Вот я уже говорил сегодня о Красной Шапочке. Все-таки Красная Шапочка. Да. Ну, мне не попалась ни одна ваша картинка с Красной Шапочкой. Почему она? Не знаю. Тоже планировал года, наверное, 4 назад провести выставочку. Коллегам обратиться. Вот, и провести выставочку. А то, чтобы мне прислали, я тут устроил чего-нибудь. Вот. Не а знаю, почему. Да не прислали. Не знаю почему. Потому что у меня сейчас много картинок на эту тему. А, вот. То есть они есть. И надо делать есть, выставку. Кстати, одна даже висит вот нынче на выставочке. Вот. Планируете вы как-то еще больше развиваться, я не знаю, комиксы делать, либо какие-то прям сюжетные линии? Делаю уже комиксы, комиксы. Даже заказы есть. Я когда работал в своей любимой газете «Пермские новости», мы последние полтора года вели. Комикс, стрип, это как бы стрип, это такой коротенький комикс, то есть 2-3 картинки или 4 там. Мы там ввели героя своего, у нас была семья Соленоухиных, я придумал, и то есть там итоговая фраза, она принадлежала коту, то есть у них был кот в семье, и итоговая фраза... Он всегда подводил итог. Да, то есть там тема была любая, там социальная, бытовая, там даже политическая, там что-то, по-моему, про выборы рисовал. Вот полтора года рисовал. Каждую мышь, она выходила у нас еженедельно, и вот каждую неделю я рисовал такой стрип. То есть я потом вжился даже в них. А есть заказы от каких-то предприятий крупных, может быть, чтобы там... Ну, с 89-го года уже было все, что хотите уже было. Я уже даже мультик рисовал, небольшой. Где показывали его? А его показывали по Орифею. Он был у нас для нашей газеты, для «Пермских новостей». Угу. По-моему, там было 10 лет или 15 лет газете. И вот я рисовал такой быстрый, там что-то 80 я картинок сделал. И дальше вы куда? Что вы планируете? Дальше Киев у вас, да, сейчас... Планы? Планы. Творческие. Да. Куда думаете двигаться, если у вас все уже было? Все, что и можно... Мультик. Нет, еще не все было, я просто хотел что это все хотите? Развить. Я хочу все. Я хочу мультики рисовать, хочу комиксы рисовать также. Хочу, чтобы заказов было больше, потому что сейчас средства массовой информации, допустим, избавляются от карикатуры вообще. Вот я же общаюсь с коллегами из разных городов, вот, и они все говорят, что ну вот, все, опять карикатура. А готовы ли вы карикатуре учить? То есть вот так, чтобы взять и набрать детей, там, не знаю, может быть, взрослых? Потому что сейчас очень многие, кстати, на этом зарабатывают. Я знаю. Всякие студии, курсы.
Я полтора года назад в багетной мастерской «Холст» проводил 7 занятий, мастер-классов. Ну, как и они мастер-классы? И пользуются этой популярностью? Приходят как люди? Как выяснилось, люди пришли, ходили там. Там была, как бы люди менялись, но был костяк. Человек 7 ходили постоянно. То есть что-то заинтересовало. Это очень даже хорошо для курса. Это было бесплатно пока, потому что они были в пробном. Вот. Там, а у них получалось? Ну, я не знаю. Но люди, когда люди получают удовольствие, я считаю, что получалось, наверное. Вот вы много в Фейсбуке пишете про своего внука Мишу. А скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы он тоже рисовал карикатуры? Не знаю. Я постоянно с ним шучу. Вот. Мне нравится, что он реагирует. То есть ему как бы еще 3 с копейками, но реагирует. То есть это о чем-то говорит. То есть, вы рисуете с ним? С ним рисую. У него вроде нет пока особого. Он там пока так. У меня внучка рисует, старшая. И вот, а сколько у вас внуков, внучек? 3. Трое? Девочка и 2 мальчика. Девочка, мальчик и еще мальчик. Просто с Мишкой мы чаще общаемся сейчас. Ага. Ну и хотели бы вы, чтобы продолжили? Да, конечно, потому что у меня большая библиотека. Мне же ведь надо будет кому-то потом это все передавать. Библиотека чего? Ну, карикатур, там, сборников карикатур. Я собираю там... А вы еще собираете? Конечно. То есть не только свои, но и... Мешаюсь, если вы не против, да. Потому что у нас время подходит к концу, и нужно еще же позадавать вопросики. Блиц, сейчас будут некие вопросы, серьезные, несерьезные, так что, внимание, отвечаем коротко, либо... можете какое-то чуть предложение целое сказать. Давайте. Блондинки или брюнетки? Блондинки, наверное. А что нельзя запрещать внуку? Хулиганить. Шаверма или шаурма? Ни то, ни другое не пробовал, не скажу. Эл-Джей или Леонтьев? Эл-Джей. Эдди Орхол или Ван Гог? Ван Гог. Бриться или нет? Когда как? Чему вы так и не научились в детстве? Наверное, не знаю, я очень обидчивый человек. Может быть, не обижаться? На что вам не хватает времени? На жизнь, наверное. Ну что ж, это прекрасный ответ. И спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами. Находите время на жизнь. Спасибо вам большое. А долго у вас будет выставка длиться? Она будет до 25 числа сентября. Отлично. До 25 сентября. Приглашайте. Я думаю, надо... Открылась выставка, еще раз анонсируем. Давайте пригласите сами. Куда, когда приходите. Уважаемые жители Перми и приезжие ненадолго к нам гости, приглашаю вас на выставку в арт-резиденцию Монастырская 95А. Время работы... как бы всю неделю, кроме понедельников. Они работают с 12 до 19:30 каждый день. Угу. Вход платный? Вход платный, но если вы захотите провести, чтобы я вас там проэкскурсировал, можете мне позвонить, я вас проведу за так. Супер. Ищите в Фейсбуке. Ну что ж, друзья, Дмитрий Кон сегодня был художник и рекрутерист. Спасибо вам огромное. Надеюсь, выставка пройдет на ура. Каждый день там будет ходить 5000 человек, так что желаю вам будем удачи, за вами. Творчества, вдохновения и новых успехов. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы вернемся чуть позже. Не переключайтесь. Коктейль Молотова. Не спать! Коктейль Молотова на РБК Пермь! Здравствуйте, меня зовут Оксана, и я стоматолог. Если у вас проблемы с зубами, или вы просто хотите шире улыбнуться этому миру, запомните. Чароид. Чароид. Нас объединяет улыбка. Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леонова, 15. Звоните 22-666-22. Предложение, от которого невозможно отказаться. Ярмарка верхней одежды в Перми. Все ветровки 2500 рублей. Все теплые осенние куртки 3500. Более 5000 моделей. Для мужчин и женщин. Размеры до 70-го. На Ленина, 80.
Главные и наиболее значимые события края и города за текущий день. Политика и экономика, бизнес и спорт, технологии и культура. Выводы экспертов и участников событий, контрастные точки зрения, прогнозы и реакция. До встречи. Портал деловых новостей РБК «Пермь». Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК «Пермь». Помогаем принимать решения. Информационная поддержка РБК «Пермь». Утро бывает разным, а коктейль Молотова всегда неугомонный. Приветствуем всех наших телезрителей, которые каждое утро, надеюсь, что каждое утро смотрят шоу. А если не утром, то вы можете нас пересмотреть во всех наших социальных сетях. Да. Паблик во ВКонтакте, кстати, vk.com/коктейль Молотова. Да, в Ютубчике можете посмотреть, в Фейсбуке мы есть тоже, в Одноклассниках да, есть. Да, и там, кстати, комментарии, да. А может быть, какие-то у вас будут информационные поводы, мы тоже да, пишите, кстати, посмотрим, свои... узнаем и осветим. Отзывы, пожелания, будем, если что, ко всему прислушиваться, все зачитывать, не стесняйтесь. Ну что? Мы, наверное, продолжим листать с вами ленту, и много, в принципе, у нас всего интересного есть. Да, ты знаешь, про путешествия хочется поговорить. Кореец проехал на скутере 37 стран и лишился его в Великобритании. А что случилось? Представляешь, кореец отправился на скутере в кругосветное путешествие. И проехал, сейчас скажу, у него на спидометр, да, на нем было пробег в 64 тысячи километров. Угу. И везде все было хорошо. То есть на скутере ехал, вот его маленький такой вот скутер, на нем вот у него нехитрые пожитки, он... Вот это его Инстаграм, он в каждом городе, в котором останавливался, фотографировал все. А в Великобритании взяли и украли у него его скутер, представляешь? Ну, плохие люди. Да, представляешь, в Британии, даже... я думала, что, может быть, где-нибудь там в Рязани, может, в Омске. Наоборот, в Рязани бы ему еще бы еще бен один скутер задали бесплатно. Еще... А ты, кстати, знаешь, за то, что у него украли, ему дали... То срок еще дали? Нет. В общем, как помнишь, это мы с Артемом обсуждали, что там акция была, когда собирали человеку без места жительства деньги, да, за то, что он помог. Так вот тут тоже объявили байкеры, кстати, сегодня день мотоциклистов, друзья мои, с этим праздником. Так вот, за два дня байкеры, которые поддержали вот этого корейца, удалось собрать более 3000 фунтов на... Вот все, что, в общем, чтобы он не расстраивался, давайте, что британцы не такие уж и плохие люди. Давайте вот разочаруем, вот. Оленечка. Да, ты раз заикнулась про человека, который отдал последние $20 на доброе дело. Так. В общем, его обманули в итоге. Да, бездомный Джонни Бобит, прославившийся благодаря тому, что отдал $20, да, незнакомцы его обманули, да? Да, да. Что ну, ему я... не дали эти ну, половинку, деньги. Ладно. Тогда я расскажу про дельфинчика Зафара. Зафарчика. Да. Французский город ввел запрет на купание из-за общительного дельфина Зафара. Мэр небольшого города Ландевенек во французской Бреттоне распорядился ввести запрет на купание и дайвинг на городских пляжах из-за дельфина, который слишком настойчиво искал контакта с пловцами. Поговорить хотел? Ну, смотри, на самом деле не совсем поговорить. Давай так. Так, ну не, на самом деле я знаю, что я очень давно еще смотрела фильм, в котором сказали, что будьте аккуратны с дельфинами, потому что это тоже млекопитающие, и у них тоже случается. Бывает, да, у них бывает такое. Где-то вот здесь есть прям... Нет, не нашел. Ну, в общем, не совсем, в общем, скажем да, так, да. У них тоже бывает, видела, что он может догнать новость, да, и морально унизить, скажем так. Понятно. Но вот. Я считала, что он там терся об лодки, не об людей.
Почему обложки? Читала, что обложки тёшь? Да, но он 3 метра. Какой человек ему подойдет как партнер? Ну, слушай, беспринципный, скорее всего. Ладно, давайте перейдем от дельфина к не менее интересному персонажу. Мэр Ярославля прославился на всю страну своим видео «Да я пойду». Так. Видео с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым попало в популярные российские паблики в социальных сетях. Это видео с диалогом градоначальника с жительницей резинотехники записали корреспонденты, когда готовили репортаж «Один день из жизни мэра Ярославля». Давайте отрывочек оттуда посмотрим, что же там произошло. Мы тонем. Вот посмотрите, сейчас подойдите к 37-му дому. Да я подойду. Так у нас не подойдешь к подъезду. Да я подойду. Почему я и ребенок? Да я подойду. Должны ходить под балконами. Да я подойду сейчас. Да мы уже год ходим. Да я подойду. Вот хорошо, если вы подойдете. Да я подойду. Вот вы не подошли. Да я подойду сейчас. Да, ой. И в интернете сделали сразу же видеоответ ему. И, так, да, а микс, есть? Да, есть. Есть видеоответ? Глянем на музыку группы Prodigy. Ты не пройдешь! Да я подойду! Да я подойду! Да я подойду! Да я подойду сейчас! Да я подойду! Да я подойду! Ладно. Ну да, получается, просто так не рождается утренняя агрессия. А у меня новость про свадьбу. Девушка нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца. И эта новость не о том, что она, они друг друга перепутали, не могут просто типа не узнала. Нет, представляешь, немножко не об этом. Жительница Гонконга непреднамеренно вышла замуж за незнакомого мужчину из Китая во время экзамена на курсах организаторов свадьбы. Как так можно? Я не понял. Я прочитал эту новость сегодня. И как и можно прийти на курсы и выйти замуж случайно? Что, причем она подписала не те документы? Да, причем самое интересное, говорят, что это не единственный случай. Подожди, может, это курсы замужества просто она пришла? И... Она перепутала? Нет, скорее всего, это жертва мошенников, которые обманом выдали ее замуж за незнакомца. Ее жалобы не вызвали интереса у полиции, но за дело взялись юристы Федерации профсоюза Гонконга. Подожди, я не понял, а в чем прикол женить на себе незнакомую девушку? Что, лишь, во-первых, ты тратишь на свадьбу, во-вторых, так. Ты ее даже не знаешь, может, она плохой человек. Ну, может, она тебя будет пилить каждый день. Ты знаешь, вот этот вот фиктивный брак по поводу жилплощади. Я думаю, что вот все-таки про жилплощадь это всегда. Вот тут написано, если у нее кредиты? Представляешь, ты женился, у нее 8 кредитов, и ты в итоге за нее платишь, еще жалеешь об этом. Не знаю, посмотрим. Да уж, будем ладно, следить, друзья, видите. Рустам Багизов вам расскажет про пермские новости, ну а мы вернемся чуть позже. Новости Прикамья и Рустам Багизов. Здравствуйте. Пермский край попал в число лидеров по абсолютному количеству выявленных случаев дачи взятки. Данные на август этого года опубликовала Генпрокуратура России. В общем, рейтинге Прикамья занимает 7-е место. С начала года уже выявлено 45 преступлений по статье 291 Уголовного кодекса. Возглавляют список Москва и Московская область. Здесь количество превышает 80. В столице сосредоточены федеральные госорганы и офисы госкомпании. Однако в пересчете на удельный вес по обоим показателям столица оказалась в середине списка. Пятерку лидеров вошли также Краснодарский край, Волгоградская область и Чечня. По данным ведомства, не зарегистрировано случаев взяточничества в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Кабардино-Балкарии и Вологодской области. Но вместе с тем, в ряде регионов количество таких преступлений выросло на десятки, сотни и даже тысячи процентов относительно 2017 года. Лидер по динамике Тульская область, плюс 1000%. Пермский край на 9-й строчке, плюс 150%. Максимальная отрицательная динамика снова отмечена в Ненецком округе, в Кабардино-Балкарии и Вологодской области. Но от всего России число случаев получения взятки в 2018-м выросло на 10%. При этом на каждый миллион россиян в 2018-м пришлось 24 выявленных взяточника. Из них 15 получивших и 9 давших. В Пермском крае показатель составляет 17 случаев на миллион человек. Добавим, в 2017 году в России треть всех осужденных по делам о взятках составляли государственные и муниципальные чиновники. Еще пятая часть – это полицейские. 12% коммерсанты и 9% сотрудники ГИБДД, отчитывался в феврале Верховный суд. Изменения в правила землепользования и застройки прошли публичные слушания, профильные комитеты и в итоге оказались в повестке заседания городской думы Перми. Подробнее в нашем сюжете.
Депутаты Пермской городской думы возобновили свою работу после летних каникул и на первом же заседании обсудили ряд важных вопросов, касающихся внешнего облика Перми. Так, в Гордуму в период летних отпусков был внесен новый проект правил благоустройства. Изменения потребовались в связи с серьезными изменениями федерального законодательства в этой сфере. Сообщается, что это будет абсолютно новый документ, а не обновленный вариант прежних правил. Документ был принят в первом чтении, и сегодня он рассмотрен в первом чтении на заседании Пермской городской думы. Принято решение о создании рабочей группы. Туда входят 5 депутатов и 4 представителя администрации. Возглавлять ее будет профильный зам главы города Дашкевич Анатолий Вячеславович. Сделано это в связи с тем, что при подготовке документа было выявлено много рекомендаций и моментов, которые надо разрешать. Правила устанавливают новые требования к содержанию дворов. Согласно документу, теперь НТО должны не только не заслонять полностью или частично фасады зданий, но и соответствовать архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения. В промежутке между первым и вторым чтениями поправки в документ смогут внести и общественники, отметил Вячеслав Григорьев. Также большой блок вопросов в повестке заседания был посвящен изменениям правил землепользования и застройки краевой столицы. Они предполагают появление в 2019 и 2020 годах на территории Перми больше скверов и парков. Зачастую люди обеспокоены тем, что есть какие-то пространства, да, например, рядом с их дворовой территорией или рядом с местом, где они, например, там, живут, да, или там, занимаются какими-то видами спорта. И они эти территории предлагают сделать рекреационными для того, чтобы там не было ничего построено. Это не обязательно, могут быть там жилые дома, это могут быть автостоянки, там какие-то магазины. Я вот не сторонник таких точечных изменений, я все-таки за какой-то более масштабный подход. Также депутаты привели границы 6 кладбищ и мемориальных парков в соответствие реальности. Отметим, до этого захоронения на кладбищах в Верхних Мулах, Голованово, Запруде, на Кислотных дачах, Банной горе, а также на Закамском кладбище велись за рамками формально установленных границ. Пока это все. Всегда в доступе телефон нашей редакции и наш электронный ящик, который вы видите на своих экранах. Оставайтесь на телеканале РБК. До встречи. Доброе утро, это «Коктейль Молотова». Меня зовут Ксения Полякова, Ренат Садинов. Сегодня четверг. Сегодня среда. Сегодня среда, а ты уже... А я уже живу следующим днем. Ты знаешь... Да. Ну что, давай я расскажу очень интересную, прям очень интересную новость. Саратовская синагога признала недействительными 150 обрядов обрезания. Ой, как... Сейчас расскажу. Давай, рассказывай. Как сообщается на сайте Саратовской хоральной синагоги, Совет раввинов Саратовской области постановил признать недействительными 150 обрядов обрезания ритуального, проведенных период с 91 по 97 год Ицхаком Зильберманом. Подожди, а что, вот эти 150 человек, их всех проверили и сказали, что неправильно обрезали? Да, не по ГОСТу. Да, не под тем углом, скажем. Расскажи, нет, пожалуйста. В ходе внутреннего расследования Совет раввинов установил, что в 91 году Рэб Зильберман посетил Житомир, где принял участие в праздновании Дня сала в шоколаде. Интересно тебе сало в шоколаде попробовать? Ну, мне нет. Ну, в общем, это не кошерная еда оказалась... Неожиданно понял Зильберман. Вдруг неожиданно. Это не кошерно, оказывается. Да. Согласно правилам, установленным для раввинов, в Вавилонском Талмуде, нарушивший кашрут, обязан на протяжении 7 лет поститься и совершать обязательное омовение. 7 лет? Да. Ну, съел сало в шоколаде, все, 7 лет. 7 лет? Молишься и омываешься. Так. Да. А и самое, обрезать? Все обряды, которые ты делаешь, они недействительны. И он никому не рассказал об этом. Они провели расследование, и самое главное в этой новости. Сейчас скажу. Главный раввин Саратова Леви Вайнштейн успокоил пострадавших от мошеннических действий Зильбермана. По его словам, для этих людей хоральная синагога проведет повторный ритуал обрезания совершенно бесплатно. Вопрос. Как можно сделать повторный ритуал обрезания? Надо спросить. Надо спросить. Надо спросить. У кого? Ты у оператора? Нет. Ну, наверное, куда ты показываешь? Да, если не сложно, если кто-то, может быть, смотрит нас из синагоги, да, как можно сделать повторный? Если есть видео, присылайте в директ Инстаграм.
Да, а как делалось... Да, повторное видео смотреть... Я оставлю без комментариев. Главная надпись повторного... Смотреть до конца. Ладно, давайте. Ну что, про сало. Ну, про что же еще? В шоколаде? Ты знаешь, украинец попытался провести в Беларусь почти центнер сала. И его задержали на государственной таможенной границе. А он как, в себе его? Ну, в смысле, он съел потом? Или как? Типа, нельзя с салом? Почему нельзя в Беларусь центнер сала? Что такое? Я не знаю. Нельзя и все. Видимо, он его тоже не по-кошерно. Да, не сдал. Хорошо. Давай... Значит, на Reddit опубликовали фото девушки с рюкзаком, в котором через иллюминатор видно кота. И сразу же в интернете... Да, вот кот. Сразу же в интернете появилось много фотожаб. Вот, поменяли местами их. Ужас какой. Потом... Ну, в общем, вот. Кот на луне. Кот на луне, кот в животе. Да, здесь. Вот Крэнк. Крэнк, известен тебе Крэнк? Да. Ну, конечно. Вот, Крэнк это оказался. Все, дальше, по-моему, надо переходить на другое. У меня есть видео очень такое утреннее. Ты когда-нибудь пробовал какао? Вот само какао. Какао, без сахара, без там всяких добавок. Есть видео, как маленький мальчик попробовал какао. Смотрим. Ну-ка. Давай. А ну вот, наверное, что там шоколад. Ребята, жизнь не будет прежней, все. Разочаровался. Так. Что это? Подождите, это что, не шоколад? Это... Ладно. Вот так вот. Ну, на самом деле, какао без сахара – это какой-то цемент. Вот я могу предположить. Ну... Давай, я расскажу про погоду. На данный момент 11 градусов, 25 градусов максимум сегодня планируется. Достаточно хорошая погода, облачно, но местами облачно, но дождя не планируется. Так что можно, в принципе, поймать последние денечки лета и запастись витамином D. Да, можно сходить на пляж, на пляж посмотреть все. На людей, которые в куртках там может сидят. Да, самое интересное, что на пляже разрешили провести... митинг по поводу увеличения пенсионного возраста. На пляже? Да. Поподробнее можно посмотреть в интернете. Может, об этом завтра поговорим. Странно, всем конечно. Хорошего дня и хороших утренних напитков. Да, не такого какао. Были Ксения Полякова. Скажешь? Да, Ренат Садинов. Давай нормально скажи. И Ренат Садинов. Ну вот, другое дело. Всем да, хорошего спасибо, дня. Спасибо, до завтра, до новых встреч. Все, пока. Пока-пока.